Всем привет. Ветер харю. Я иду на Озон. Кирилл ушел на 10 минут раньше меня, потому что он в очередной раз закрыл дома семью свою. А мы договорились с Кристиной идти на Озон мерить. Ну, там, короче, посылочки поприходили. И она собралась выходить. Мы к 5 договорились, что мы с Кириллом подойдем. Это она оделась, ребенка одела, стала выходить. Постоянно закрывает на ключ ее. Ой, нянь бежит, я его уже вижу. И говорю, иди, блядь, открывай. Он побежал. Хорошо, рядом живет, совсем рядом, ближе, чем я. Что-то они без велосипеда. Чего это вы пешком? Я баба, уйти мой золотой. Чего это вы без велосипеда? На районе. Говори привет. Баба. Да, пришла. Говори привет. Иди, мой золотой. Привет. Иди, мой золотой. Ты зашел ножки. Я с кубарем. Та-да! Полетел. Кама, камушки. Ой, господи. Тима золотой. Камушки. Что ты, Кирилл, заходил в магазин вот в этот? Что вкусного? Здрасте. Привет. Пойдем. Надо посмотреть зайти. Сейчас пойдем зайдем или пойдемте на Озон? Там без разницы, Кирилл. Ага, если мне. Пойдем, Роман, в магазин. Заходите, пожалуйста. Заходите. Аккуратно. Здравствуйте. Я хочу редиску. Вот что я хочу. Я хочу редиску. Здравствуйте, Аннушка. А я тебя не снимала. Я товар снимаю. Ой, гля, какая капуста, прям с цветочком. Я хочу редиску. Я редис хочу. Завтра не будет ее уже. Блин, она даже пахнет. Пахнет. Давайте пакетик. Кирюш, давай пакетик. Пакетик. У меня эта фигня закончилась, надо взять. Кирюша, что? И мне пакетик отрёшь? Ничего. Что за истерика? Я хочу видеть. Сейчас я немного насыплю. Надо и видео снимать, и насыпать. Ладно, буду насыпать. Язык. Гимнастик. Ай-яй-яй-яй-яй. Язык сам себе показывает. Ты кто? Так, только не облизывай. Так, у меня здесь 4 товара. Сейчас будем все мерить. Аккуратно открывать надо. Все будем мерить сейчас. Пока тоненько.
такая футболочка тоненькая, но она, знаете что? Это. Ну, у нее цена 500 рублей, короче говоря. Хочу померить. Там штаны. Ну, давайте, в общем, начнем. Сейчас Кристину попрошу меня снимать. Так. Вот номер один. Вот такая вот футболочка. Как снимать? Вот такая вот футболочка. У меня такой вообще нету. Поэтому я не знаю. Я, скорее всего, ее возьму. Она такая классная, свободная. Ему я ротой. А ты все одинаковые заказала? Белые и серые. Смотри, вот такая футболка, то что? У меня такой нету вообще. Да, под любые причем. Очень тоненькая, такая классная. У меня такой даже нет. Все черное какое-то. Кстати, тоже есть еще одна черная. Я ее возьму. Так, другая футболка, но опять черная. Вот с таким принтом. Еще одна доча. Они все хорошие. Это мы точно даем? Я специально брала. Вот еще одна футболка. Как ее показать? Так. Ну, для лета они... Ну, как будто, короче... Короче, как будто я сбежала откуда-то. Я не знаю, это ужас какой-то. Они тонюсенькие, тонюсенькие. Ну, кстати, скорее всего, летом я буду... Возможно, и жалеть о том, что я их не взяла. Потому что они прикольные, такие тоненькие. Не знаю, не знаю. Сейчас еще одни будем мерить. Такие черные штаны. Ну, я больше заказывала. Это 46 размер. 46 размер. Да. Так, а больше размера они будут? Ну, длиннее-то они мне и так длинные. Они давят? Да нет, не давят, но все равно. Размер я заказывала другой. Но дело в том, что они 46 размер сел. Рост 1,64 м. Все верно. Вот они мне по длине. Берите вот это из-под ног. Я не знаю, я не знаю. Да подожди. Фурдом. Все бьют. Я не пойму вообще, что происходит. Вообще они неплохо сели. Уж ты лучше, что они мне этот размер прислали. И здесь хорошо сидят. И здесь тут стрелочка, видите, смотрите, такая прошитая. То есть ее не надо заглаживать. Че, они нормальные, Кристин? С размером хоть и не угадали, а они сели. Ну не тот размер прислали. Ну, это прям мы. Они, да. Трикотажные. Пошли на улицу, все. Ему здесь скучно, пошли. Ладно, возьму в руки эти. Те оставлю, естественно, а эти возьму. Вот разбегался. Разбегался. От мусорки отходим.
А ну поковыряйся в ней. Что там? Что? Больше рязи, шире морда. Тук-тук-тук. Кто там? Да, я. Цветы не нужны? Кто там? Не, спасибо. Забежи. А ты во сколько ходила? В 5? Ну, Женя же в администрации работает. Она может работать. Она сейчас же еще и... Да нет, ну сейчас же предвыборная... Блин, гляньте, запутала меня. Спортсменка. Вон они. Ой, сейчас уроню. Потому что она, ну что, она даже опасности никакой не знает. Машины едут, она ей пофиг вообще. Потому что дура. Чего не... Палки твоей боится. Гап! Гап! А все говорят, красивая. Так она дура, причем тут красивая, против Дани. Ну. Чего ты вчера макароны ребенка? Она вообще вчера ничего, я суп сварила вчера ей с клёцками. Она вообще вчера ничего не ела. Господи, Зара. Ну, у меня ела. А что это за мясо? Курятинка. Нет, а там у меня... Еще... Собачатина тоже. Сутки я варила, вот уж подбирала была с косточкой. Там у меня была подлива с перцем, с луком. А потом я добавила рецепт вам. Туда опять бульон, куриное. Все, что есть в холодильнике, называется. Этот самый. И вот уж макароны сделала. Я только зашла домой. Потому что мы шли, пока с детьми встретились, пока сходили в озон, пока Жарили постояли. Они не гуляли, они просто в озон мы сходили, забрали 2 футболки я себе заказывала и кроссовки Кристине. И вот то постояли там на улице с Ромкой, погуляла, и они домой пошли. Он их сегодня опять закрыл в квартире. Идиота кусок, я вообще не знаю, на неделе точно раз закрывает их. Ну вот после обеда, в обед уже, с обеда ушел, дверь на ключ закрыл и пошел. Они спали, там занимались своими делами. А мы договорились пойти вместе в озон. А мы договорились, что мы встретимся в 5 часов в озоне, ну, после работы. Кристина с малым придет, а Кирилл со мной же. И она одела ребенка где-то без 20. А у нее ключа нет. Ключ в этом велосипеде внизу. И опять. И сиди под дверью. Говорю, иди, идиот. Кусок, господи. Я говорю, вам ключи надо по всей хате вот так раскидать. Сегодня Уля мне показывала. Давай я тебе покажу Ромку. Ну, вот уж как там Кристина с ним. Потом это самое. Она занимается как? С тобой. Ну я специально же это делаю. Ему нравится, понимаешь? И он так делает. Я говорю, я это от смеха. Я специально это делаю. Ребенку перепугаться можно. Нет, он привык. Я специально так смеюсь. Ему нравится, он ржет вместе со мной. И он так делает. И я так. Я говорю, боже, я это от смеха не переношу. Она ребенка учит. Видите? Вот так и живем. Знаю, такси вызывайте. Утром выйти туда. Ну а что, Женя на машине? А, ну вообще-то нет, она в гараж ставит ее. Ну потому что в гараже Женя на машине стоит. Женя, она в гараж ставит. А этого Сергея так, я гуляла с собакой и решила зайти вот в этот красивый-красивый магазин. Посмотреть, что тут есть.
Мне тут одна вещь нужна очень. Я не знаю, привязала Зару на этот. Сейчас выйду ни штыря, ни Зары. Так, все. Я пришла домой. Давайте подытожим. Смотрите. В общем, я взяла сегодня вот такую футболку. У нее цена была что-то то ли 700 рублей, то ли... Но качество отменное. Я прям, знаете что, я прям отзыв напишу на Озон продавцу. Отличное качество. И взяла вот эту. Она стоила 570 рублей, по-моему, или 500. Короче, что-то такое. Тоже великолепно сидит. Конечно, она потоньше, чем вот это вот. Вот это. Вот это такой принт прикольный. Такой, блин. Ну да, она прорезиненная, но какой-то такой тонкий слой. Это вообще мне очень нравится. Она так освежает. У меня такого белого ничего нет. Взяла просто. Хотя и рукав, видите, у нее. Такой как... Господи, без плеча. И так, ну, вообще, я, наверное, еще там еще есть такая же, только цвет не белая, я в черную полоску, а темно-синяя, по-моему, в белую тонкую полоску. Ну, короче, вместо белого темно-синий. А вместо черного тоненькая белая полоска. Я, наверное, еще одну возьму. Потому что, блин, за такую цену. И... Ромчик подгузник забыл. И штаны я не взяла ни одни, а вспомнила, что я очень хотела штанишки у нашей, в нашем великолепном магазине, который вы видели перед этим видео. Магазин «Стрекоза» называется. Местные знают. Кому надо, скажу адрес. Я, короче, позвонила, есть ли размеры, и купила себе, пошла, взяла брюки, юбка, брюки палаццо. Ребята с карманами, девочки, они с карманчиками. Значит, смотрите, что я хочу сказать об этих юбке, юбка-брюки. Во-первых, они великолепно сидят. Во-вторых, не было моего размера. То есть был меньше, либо намного больше. Я взяла намного больше. В чем секрет их? А секрет в том, они, ну они, да, они прям большие. Вот размер огромен. 58 размер, это на 3, наверное, 4 размера больше, чем я. Но из-за того, что здесь есть вот такой поясок, вы можете регулировать талию, как хотите. И мне это очень понравилось. У меня когда-то были такие штаны, где регулировалась талия поясом. И мне это очень нравилось, так удобно. Чуть-чуть переел, развязал. Там перед всякими днями нехорошими тоже животик набухает у девушек. Развязал, подвязал. Я взяла размер намного больше. У меня, конечно, не 58 размер. У меня низ 52, верх 54. Потому что у меня грудь большая. Вот. Слушайте, оно так складочкой взялось, да? Ну, в общем, короче, великолепно. Как я их хотела. Я на них 2 недели. Хозяйка магазина Наташа, она делает рекламу, ведет, значит, Телеграм. У него свой, как сказать, что это? Канал в Телеграме, что это? И я их давно хотела. И когда я сегодня, мне не подошли те брюки, те... Я, в общем, ей позвонила и сказала, что я сейчас к тебе прибегу. Схватила собаку и побежала. Я взяла... И так что, смотрите, если девочки 48 размера, а там брючки 52-го, берите смело, не задумываясь. Вообще не задумываясь. Потому что в бедрах они все равно, это палаццо, они все равно должны быть широкими.
Ой, я не могу. Я прям просто, я такая счастливая, что я их взяла. Такой хороший материал, значит, что он не мнется. Его один раз выгладил, и все. Мнется он только если прям кипятком, прям, ну, либо утюгом очень горячим. И его отпаривателем отпарю. Я думаю, будет. Я, конечно, у Наташи мерила кофточки всякие. Она мне, конечно же, предлагала. Очень красиво, очень стильно. Все, но я не буду такое носить. Я куплю, она будет висеть. У меня есть. Мне кажется, будет тоже вот неплохо. Вот с вот этой вот. Ой, вообще так классно. Я так хотела эти штаны. Ну, я не помню, был мой размер или не было. Но там еще есть 60-е, девочки. Вот кто 54-го размера, кто 56-го размера, берите 60-й смело, не ошибетесь. Вообще кайф просто. И по длине они мне, ну, под каблучок, конечно, они мне хорошо. Но из-за того, что ты, видите, вот так вот можно завязать, вот, вот так, то есть не вот так, а вот так вот. И все, они чуть-чуть приподнялись. Ну, короче, можно с ними делать все, что угодно. Я очень рада, что я их купила. Я просто побежала, и все. В общем, вот такие у меня сегодня покупочки. Тут я еще ничего не разбирала. Это у меня обед с работы, я его даже не доела. И с работы принесла постирать. И пиджак свой. И пиджак. Тоже надо постирать. Такой хороший пиджак. Я не знаю, что это. Короче, сейчас... А, это Инчендем. Угу. Его надо продать. У него, кстати, рукав вот такой вот подобранный. Надо его продать. Инчендем купят. У меня он в идеальном состоянии. Пиджак. Он мне сел просто. Еще я хочу кушать. Я еще ни хера не ела. А так нельзя делать. Вот я сейчас собак накормила. Так нельзя делать. Потому что я могу сейчас перепере, а потом будет плохо. Редиску купила. А, ну вы, наверное, видели. О, фокус. Ну, короче, там не буду я раскрывать ничего. Там не надо. Ну и все. Вот я сейчас что-нибудь поем, потому что если я сейчас не поем, я до 11 спать не буду, а потом на ночь нажрусь. Блин. Ну все. А эти тюльпаны уже все, надо убирать. Видите, я гиацинты пообрезала, цветочки. Тут тоже надо будет обрезать. И они пускают свеженький цветок. И ой, 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 ой. Ой, господи, все попадало. Тычинки, пестики, все в разные стороны. Сейчас я всю мусорку. И все. Вот так вот сегодня день. Так, завтра, после, значит, 15, 16 и 17 марта 2024 года все идем выражать свою гражданскую... Блин, только что помнила. Позицию, вот. Думаю, что-то я же хотела сказать. Все идем выражать свою гражданскую позицию. Все идем на выборы президента России. Я прям вот прям настаиваю. Я буду голосовать прям завтра. Я что? Все идем. Все на выборы, ребята. Я прям агитирую, прям вот. Потому что это очень надо. Тем более в наше время. Вот тут мы в такое время живем. Обязательно нужно высказать свою позицию. В бюллетенях. Все. Всем пока, до завтра. До завтра.